это еще это уже начался, я так понимаю, нет? Чего? Видеоблог. Не, это просто. Давай, говори фирменную Итак, фразу. Это новый блог! Да, это видеоблог. Сегодня это мы. Это видеоблог? Да. Сегодня мы собрались. Нас больше. Что самое важное, ребята? Нет женщин. Нет, это ладно. Самое важное, ребята, сегодня собрались два состава. Два состава, ребят. Прошлогодних ребят, которые ходят по горам, и, собственно, новенькие, да? То есть я с ними уже ходил, с вами только в прошлом году ходил. Теперь, сегодня, все едины, вместе идем покорять вот эту вот гору. Сегодня идем вот эту вот гору покорять. Да, Леня? Да. Вот. Мы уничтожим ее! Мы сила просто! Да-да-да. Вот он весь состав. Аллах един. Какое? Какое? Самый значимый критерий, то что... Критерий, ну и слово! То, что здесь ни у кого нет цепи. Какое? А? Ну, только поймет. Ну да, зачем тогда? Это же зачем вот... Ладно, непонятно. Это, в общем, чуть позже мы начнем рубрику отвечать на ваши вопросы, которые вы, собственно, задавали. Да, с нами первый вопрос? Нет, почему? Серьезно, есть вопросы? Да, парочку вопросов есть, и... Мы ответим на ваши вопросы. Так. Это видеоблог. Вот, это видеоблог. В общем, у нас качество, в общем, видео не очень видеоблог, потому что все деньги ушли на заставку, которую вы увидите. Да, и на вкусное мясо. Да, в общем... Продолжаем веселиться, меня чуть машина сейчас не сбила. Сейчас, хочешь, я ее буду? Давай, ломай. Ты ее сломал. Обратно встать. Ну, я его наизусть запомнил. В общем, нам написал некий Никим. Никим. Никто не подозревает, кто это. Да, вообще, не знаю. Аноним. Он задал такой вопрос. Почему, собственно, вот написано, почему, собственно, Timbaland? Твои версии. Мои версии? Начнем с того, что я не понимаю, что это. А ты? Вы фанатеете. Это вы фанатеете по человеку с таким же ником. Логично. Ну, как бы, все просто. И все, да. То есть, хороший продюсер, музыкант и... Ого, 100 тысяч стоит. Что, за что? Смотри, вот эти кроссовки стоят 100 тысяч. На скидке 60%. Надо делать так. Откручишь, не уходишь. Отвечаем. Да, отвечаем. Да. И это ответы на вопросы. Вот, отвечаем на вопрос, который задал некий Сергей. Где лежал? Некий Сергей задал вопрос. Некий Сергей 228. Да. ГХА как-то там. Вопрос прозвучал так, видишь, написано, Леня. Да. Написано. Все видят, я вижу. Кто проживает на дне океана? Вот кто. Я считаю, что я. Я считаю, я он и дно. Моя самооценка. Но, понимаете, вопрос на самом деле не настолько прост. Он намного более, более глубже, намного глубже. Это же океан. Понимаете, океан – это наша жизнь. А дно – это социальное дно. Сегодня просто стоит просто. Понимаете, что происходит? Из нас всех на социальном дне сейчас только Сергей. Он задал этот вопрос, потому что хотел самоутвердиться за счет других, вы понимаете? Ясно. У нас следующий вопрос. Нас уже четверо. Нас вон, полно вообще, полно. Раз, два, три, четыре, нас много, считать лень. Чеканной монетой, чеканной монетой. Воу. Мне плохо, понимаете? Они не попадают. Они не попадают. У меня умирает уши. Особенно Антон. Ладно. Давай пока продолжим отвечать на вопрос. Пускай они поют. У нас. Не пой, прошу тебя, не пой. В общем, вопрос звучит так. От некой Насти. От некой Насти? Да, мы не скажем, какой фамилии. Вы увидите заставки этот вопрос. А вопрос звучал так. Какое сегодня число? Еще раз повторю. Какое сегодня число? 25-е. А это, да, у нас после первого выпуска критиковали, между прочим. За что? Потому что... Нет. Перерыв-то небольшой.
То, что у нас баловство. Баловство? То есть у нас баловство и ничего серьезного и познавательного, понимаешь? И поэтому этот вопрос весьма кстати. Почему? Первое скажу. Мы расскажем про сегодняшнюю дату, между прочим. 25 февраля. Это не только День Победы. Сольналь это корейский... Лунный Новый год. Лунный корейский, лунный Новый год. Все верно. Да, вот. Сегодня Новый год, и всех с Новым годом. Поздравь. А в России сегодня... В России сегодня Татьянин день. Не надо. В России Татьянин день, и... Татьянин день? Да, то есть... Всех Татьян можешь поздравить просто. Поздравляю вас, Татьяна Николаевна. О, Татьяна Николаевна, пожалуйста. Вот, и... Вот здесь просто грязь. Продолжаем. Сегодня день студентов, поэтому всех студентов, будущих студентов, студентов. День студентов сегодня? Да. А не день для танкистов? Ну, нет. Танкистов именно игроков World of Warcraft. Ну, по-моему, не Врангель, а Врунгель. В общем, следующий вопрос. Но я не помню слов. Вот, звучит от некой Мариам. Да? Вообще не знаю, кто это. Без ну, понятия. То есть присылают. Вот, точно. Вот он вопрос. Вопрос. Как дела? Да. А как дела? Она спрашивает. Как дела? Нормально. Нормально, нереально. Вот, у сзади нас у нас все нормально. Идет. Где они? Вот они. Снулись 8 утра. А, покушали. И сразу на метро. 2 часа на метро. И час обедали. И час обедали еще раз. Вот. Сейчас забираемся, пока нагрузки такой сильной нет и. Что? Что? Состояние стабильное? Слава императору. Ого, ну ладно. И следующий наш вопрос для Олега Броварского. Олег Броварской, ответь. Тут задает вопрос некий Александр. Да, лично тебе. Ну говорите, что делаешь? Что делаешь? Все окей. Понятие, кто это? А, что я делаю? Да, вот такой, что ты делаешь? Такой вопрос вот так звучит. Что я делаю? Я сейчас поднимаю ноги. Я сейчас иду. Я сейчас иду к генсту. Я смотрю на водичку. Я смотрю на камеру. Опять на водичку. Искра, буря, безумие. Нет, не безумие, вода. Да? Да. Это были 30 секунд с Олегом. Как потратить ваши 30 секунд? Я тут только понял, кто такой Броварской. По трек. Я слова не знаю. Перекати поле, гонит с неба ветерок, все. Переплетено. Переклись немного. О, следующий вопрос звучит так. Я правильно понимаю, это камера? Камера ли это? Скорее всего, это... Я бы смог ответить на этот вопрос. Но создатель канала, его владелец... Понимаете, он не договаривался с теми, кто должен платить ему за рекламу. Поэтому мы не можем вам сказать, камера это или нет. В общем... Что фу? Где Руслан, да? Что фу? Вот через теорему вето, вот такие, как он, решают. Ты что, через теорему вето решают? Самое легкое. Ты что, ромблишь? Я, говорит, недавно винду переустановил. Он говорит, ты чё? Ну как чё, говорит? Была XP. Остала Виста. Бэйби. Все, вот такая вот ерунда. В общем, отвечай на вопрос. Вот, короче, вопрос. Надо прочитать вопрос. Да, вопрос читай. Ставим вопрос. Ребят, а это видеоблог? Я что, буду в видеоблоге? Да, Андрей, это видеоблог, ты прямо в нем. Поздравляю. Ура, я в телеке. Ура, в телеке, кстати, тоже задал вопрос. А вот, кстати, его... Телеки, короче говоря, ну, как вас зовут там? Некий телек задал вопрос, вот вы его увидели. И как тебя зовут? Как меня зовут? Отвечай только Руслан. Как сложно, почему я отвечаю один, да, серьезно, вон столько людей. Ну ладно, давай, отвечай. Как тебя зовут? Меня зовут Леня. Как тебя зовут? Сэри Гоу. У нас специальный гость Илья. Здравствуйте, здравствуйте. Вот, и у нас специальный вопрос, он звучит так. А еще будет вопрос какой-нибудь? Когда пенсию снизят? Если бы мы
собственно, знали, что это такое. Но мы не знаем, что это такое. То мы бы знали, что это такое. Давайте попробуем что-нибудь интеллектуальное и, я не знаю, задавать вопросы. Познавающие. Вот, да, познавающие вопросы. Вы пишите в комментах, какой правильный ответ. Но прошу, пожалуйста, с Гуглом и с Яндексом. Да, что ж, пускай сразу. Вот, специальный приз. От Ильи. Специальное ничего. От Ильи. А? От меня. Да. Все. Та-да! Мне потом переворачивать придется. Погнали. Я со своим знатком, коллегой по еде, Викторией Пак, думали, что лучше, сладкая еда или не сладкая еда. Мы пришли к выводу, что зависит от настроения. Теперь вопрос к вам. Что вы предпочитаете? Правильных ответов нет. Зависит от моего настроения. Я выбираю, выиграли вы или нет. Что она мяукает? Это пепель. Еда — это жизнь. Что вы здесь? Не жрите! В общем, после таких событий, суть в чем? Суть в том, что до этого мы как-то что-то пытались интеллектуально... Дубль 2. Мы раньше мы пытались что-то интеллектуально... Статистический отчет услышать не хотите? Так, раньше мы хотели что-то интеллектуальное, что-то вам показать, а сейчас, собственно, что? Сейчас тупость! Поехали! Поговорка и загадки, получается, погагатки. Погадки! О! Погадки! О, найс! Поехали! Короче... Классная экшн-сцена вообще. Просто упал. Спустя год. Что скажете? Что сказать? Ну, по сегодняшнему дню. Хорошо! Илья Чайковский готов. Oh.